Элина Рахимова и Игорь Григорьев давно не вместе, но до сих пор не могут спокойно общаться друг с другом. Сегодня между ними произошел конфликт. Еще раз. Потом Игорь сделал примирительное свидание и извинился перед Элиной. Короче, мне вот это все очень неприятно. Я от этого не кайфую, не заряжаюсь. Я всегда об этом говорил. Извини, что я тебя послала. И ты меня прости. Затем Игорь предложил Клаве Безверховой стать парой. Нам с тобой горе не беда. Если ты не скажешь, сегодня да. Ну, конечно. Прекратятся ли при этом конфликты Элины и Игоря, пока не ясно. С появлением Клавы в жизни Игоря казалось бы, что Элина Рахимова должна была кануть в забвение. Но конфликт разгорелся новыми красками. Давайте узнаем причины с Андреем Черкасовым. Да, здравствуйте. У Игоря, друзья, есть две девушки, две женщины. Это Клава, которую он зовет на проект. Есть Элина. Игорь говорит, что это не его женщина, что он с ней не хочет быть. Но он все время проводит с ней. Между ними страсть. Они все время находят какие-то эпитеты. Они называют друг друга какими-то новыми ласковыми словами. Но просто исходя из этих данных, Игорь, мне кажется, что Клава лишняя. Андрей, нет. Ну, лишняя. Я думаю, что Клава может быть тебе хорошим другом. Она не предаст. В том числе. Она добрая. Да. Пусть она приезжает на все наши вечеринки. Но строить отношения надо там, где страсть. Это больная тема, на самом деле. Наши там взаимоотношения, это отдельная история вообще. Сегодня между нами был конфликт, в котором ни у кого не хватило, наверное, мудрости и какой-то, не знаю, там, какой-то момент, чтобы поставить точку, да, там, уйти, отойти. Все произошло, как обычно, по классике. У вас каждый день конфликт по классике? Да, ну, не каждый день, Андрей, не каждый. Сегодня мы... Сколько лобных, вот, ребята, вы свидетели, сколько лобных мы разговаривали именно на тему того, что Игорь, нет так нет, но причиняет какую-то боль Элине. Да у нас это взаимно происходит. Так я и говорю. Все взаимно происходит, но длится так уже я долго. Я хочу нормально, нейтрально общаться, но что-то не получается. У вас не получается. Блин, Андрей, ну я сейчас занимаюсь своей личной жизнью. Мы с ним вступили в отношения, если ты не знал. С Клавой ты как раз в нейтральных отношениях. Нифига, с Клавой вот как раз в нейтральных. Весело. Она мне вообще весь спектр эмоций дает. Весь спектр эмоций. С таких, Линой... как Элина, эмоций Клава спасибо, тебе не дает. Не надо. Вот, ну, негативных, разрушительных, да, вот как мы ругаемся. Я сегодня намного больше кайфовал, когда мы вышли, повеселились, как-то, знаешь, нашли общий язык. И вот это было круто. Я тебе помогаю. Я твой друг в этой ситуации. Я тебе говорю, давай Клаву не будем приводить на проект. Не надо. А давай надо. У тебя с ней отношения будут, ну, блин, болото, ты в котором ты сам утонешь. Да, смотри, если для тебя спектр разных эмоций в плане там, да, любви, страсти, отношений, шуток, каких-то там игр и так далее, это болото, а это как назовем? Это фонтан. Вот фонтан не нужен такой, вот это, знаешь. Если бы он был не нужен, ну не подходил бы ты к ней. Не-не, такой фонтан мне в жизни нужен. Мы давно уже поставили точку со всем уважением к прошлому, к нашему. Хорошо, но у меня есть козырь, который ты не побьешь. Твоя мама и твоя замечательная бабушка, они говорили, нам Бухенбалта не нужна, нам это не нужна, но Элинка... Хорошо относится, хорошо. Они ее всегда хвалили, да. Всегда. Да и замечательно, много прекрасных качеств, но не сошлись, вот так получилось. Но мы же об этом уже разговаривали, я не возвращаюсь в прошлое, я за то, чтобы нормально общаться, но не получается как-то вот у нас. Клаву привели, вот она рядом все, с тобой. Буду, но все равно я тебя обсуждаю. Почему я обсуждаю тебя с Элиной? Потому что... Почему ты на нее отвлекаешься? Я объясню, потому что Элина как-то там косвенно, да, там задевала Клаву, мне это не понравилось, мы снова поругались. Друзья, у нас на проекте глубоко больной человек. Угу. Вот как пережить Элинозависимость? Вот как ее и жить в себе? Вот как раз таки я независим от этих эмоций. Мне кажется, это Элинке нравится. Да, конечно, вот она Игорь. Зависима, ну, конечно. От негативных моментов с друг другом. Саш, вот ты друг всех, о ком я сейчас говорю. Так. И Элины, и Игоря. Так. Когда я перестану их обсуждать, вот их взаимоотношения? Ну, наверное, правда, никогда не закончат их обсуждать, потому что они бывшие, потому что они живут в одном периметре. Это такой некий эксперимент, что ли. Ты была свидетелем этой ситуации? Была. Кто первым начал? Кто задел первым? Игорь. Игорь? Да. Не Элина? Игорь. Спасибо, Саш. Ты просто между двух огней, вот, ну, ты сейчас была объективна, да? Ну, да. Элин, я как-то без тебя обсуждаю.
Ты-то что скажешь? Я знаю, как закрыть этот, чтобы нас не обсуждали. Каждый раз уже несколько, по-моему, дней подряд, пока Клава здесь, говорю о том, что не общайтесь со мной, не трогайте меня, я вас не трогаю. И сегодня этот конфликт произошел после чего? Когда я говорю: Клава, раз, два, три... И она просто уходит и не решает, и не может успокоить своего мужчину. Не трогайте меня, а я буду косвенно задевать Клаву. Нет, это то, что вы воспринимаете на себя, Игорь, это ваша проблема. Я Клаву никак не трогаю. И я вот сейчас при тебе говорю: Клав, пожалуйста, при всем уважении там к вам, да, но не нужно со мной общаться. Никаких супчиков, ничего, потому что я не горю этим общением, и не нужно ко мне тоже подход искать. Спасибо, что вы такие добры, но это лишнее. Элин, вот, поэтому а честна ли ты с нами сейчас? Ведь сколько мы наблюдаем все вот эти потасовки именно с Игорем. Есть такое ощущение, что тебе это доставляет удовольствие. Мне кажется, вы все меня знаете, что я не могу промолчать на какие-то оскорбления в свою сторону. Раз, ну не слышат, но значит будут вот так вот в ответ получать. Поэтому никаких удовольствий я не получаю. Мне очень жаль, правда жаль, что я вижу Игоря сейчас таким, какой он есть. Но это может быть, Игорь, зная, что тебе достаточно просто кинуть камень в твой огород, тогда он это делает специально. Что, тогда вопросы к нему, что он так кричит, блин, то, что я от него зависима. Значит, зависим он от меня. Не, подожди. Как бы там оно ни было, я сказал в уменьшительно-ласкательной форме. И ты мне сколько раз послал на три буквы? Я сказала: подождите, бабушка, бабушка, бабушка. Я говорю: Клав, успокой мужчину своего. Давайте сейчас будем вспоминать разговор, что ли? Клав, стоит ли приходить к Игорю и быть с ним, когда внимание его все-таки направлено в другую сторону? Стоит. Только вот единственный момент, что я просила сегодня Игоря, как бы они там с Линой не разбирались, пусть Лина кричит, делает что хочет, просто чтобы он ее не трогал. В плане физическом плане. Клав, извини, можно я уточню? У тебя ведь были отношения на нашем проекте не одни. Тебя в отношениях били? Да, очень сильно. На проекте? На проекте нет. Ну так, чуть-чуть руку поднимали, но за проектором очень сильно били. Да, я этого боюсь. Ты как к этому относишься? Очень негативно. А вот когда Игорь мутузит Элину, и я причем не понимаю, первый раз. Я понимаю, да, да. Я Игорю об этом сказала, что мне такие моменты очень страшно. Она видит меня добрым, адекватным парнем. И мы с ней в начале пути прям обсудили этот момент. И как сейчас помню, на кухне говорю: Клав, я говорю, а для тебя нормально парням три буквы послать? Ну, как-то вот так себя вести. Она говорит: знаешь, я раз вот так вот себе позволила сделать, мне прилетело, я больше так не говорю. Вот и все. Вот и все. Простая логика. Если девушка ведет себя как девушка, то и парень ведет себя как парень. Это все взаимосвязано. И наоборот. Какая простая логика? Ты на страхе очень хочешь простая. Строить отношения? На страхе? Нет, на самом деле, на послание мужчины тогда это она жесткая тема. Я сейчас Игорем, извини, пожалуйста, Клав. Если не на страхе, а на чем строить отношения? На уважении. На уважении? Взаимопонимании, да, 100%. А оно у вас точно есть? У нас? Не сомневайся. Для меня лучше послать, чем сказать про мужской орган. Ну, поэтому орган. Ты одна, Элин, поэтому так происходит. Все, ну, не задевай ее, все, пусть. Клав, вот смотри, для всех понятно и очевидно, если ты остаешься, да, и строишь отношения с Игорем, что тебе придется решать вопрос именно между Игорем и Элиной. Потому что Элина обращается к тебе. Она говорит: сделай так, чтобы меня твой мужчина не трогал. Ну, понимаю, но вот меня заставляют что-то делать, я что-то должна. Я вообще никому ничего не должна, по факту. Если она хочет агрессировать в мою сторону, знаете, иногда это так вижу, как будто я кого-то там подставила, предала, кого-то ограбила. То есть ко мне такое отношение, как будто я прям сделала прям такую пакость, что все, ко мне нужно относиться, как какой-то, я не знаю. Это с чьей стороны такое? Ну, с Элининой этой стороны. Ребят, так чувствуется. Ребят, хватит сидеть, вот эту жалость вызывать. О чем вы говорите? Вообще ко мне так? Это вас никто не жалость, трогает. Вы о чем говорите? Жалостные спасибо, сидят. Я ко мне жалость, так, я не знаю, что сделала. Ко мне так плохо относятся. Поставьте, просто... знаете, слезу вот эту. Пустите все, чтобы все сейчас подошли, пожалели, обняли. Все, вы о чем вообще пущу, говорите? Смотри. Я спокойно к тебе отношусь. Все, не трогаю, идет. Не разговариваю. Отвечаю тебе, ты спросишь, я тебе отвечу. Ты себя слышишь, как ты общаешься? Ничего не делаю в вашу сторону. Ты на себя хоть со стороны посмотри, как ты разговариваешь. Просто дискуссию с ней, дискуссию, диалог там на повышенных тонах. Вообще, ты воспринимаешь сразу с ней как агрессию. С человеком нет нормально разговаривать, конечно. Она на повышенных тонах разговаривает. Ребят, я на повышенных тонах разговариваю, потому что вы перебиваете. Конкретно сейчас, вот буквально вот эту минуту, она никак тебя не оскорбила. Ты среагировал зря. Ребята, я настолько себя жертву, что-то еще. Я с ней сижу, общаюсь, клянусь на тете, вот здесь у меня ухо аж оглохло. Я нормально слышу, Элин. Если что-то не нравится, если вы не если переживаете, нравится, если вы переживаете, я повышаю если голос. Если тебе что-то не нравится, мое поведение, вот Клава, да ты умею дослушать. Если тебе не нравится мое поведение, Клава, еще что-то, ты можешь нормально об этом сказать. Свободно сижу, вас но слушаю. Это не про тебя история. Я знаю свою ошибку. Кристина правильно все сказала. У меня, знаешь, из крайности в крайность. Я либо могу отшутиться, знаешь, не обратить внимания, либо дать
Я не могу с этим мириться. Вот как сделать так, чтобы ты перестал? Ты же пойми, ты потом вот выйдешь, не знаю, в магазин, на тебя пальцы вот показывают, а это тот, который постоянно мутузил Элину. Вот я так привык. Вот как ко мне, значит, так и я к людям. Вот всегда. Я хоть раз на тебя... Да просто ты сконцентрируйся на Клаве. Нет. Так я и так хочу сконцентрироваться сейчас. Я, в принципе, да, я сегодня был неправ, я извинился, что опять до такого все дошло. И, блин, мне кажется, мы как-то хорошо, в принципе, там замяли эту тему. Сейчас сидим, вот опять вот это какое-то недопонимание. Да, я должен был на это закрыть глаза. Нужно над собой работать в первую очередь, и все. Клав. Да. Итак, давайте последний заход, потому что уже сложно, да? Ты хочешь быть участницей, ты хочешь быть с Игорем, вы пара или нет? Ответь на эти вопросы. Блин, забыла. Так, первое, хочу ли стать участницей, да, буду ли я с Игорем, да, а какой еще был? Вы пара? А, да. Итак, Игорь, то же самое, вы пара, вы вместе, да. Она остается? Да. С этого дня Клава Безверхова участница нашего телепроекта. Да. И я искренне надеюсь, что Игорь уделит все свое внимание построению отношений с Клавой, а не тем, чтобы мутузить и обижать девушек. 100%. А теперь детектив, который начался утром. И все переводят стрелки друг на друга. Угу. Опять, кстати, пострадавшая Лина Рахимова. Сегодня утром она говорит, так жить больше невозможно. Какая-то пара так громко занимается интимом на проекте, что я просто не могла уснуть до самого утра. Офигеть. Начали выяснять. Сперва подумали на Лизу и Сашу. Типа мы до свадьбы ни-ни, а сами потихонечку. Но ребята дают клятву, что нет, не они. Что не было. Не было. Не было. Они кивают. На Черное Димана. Ага. Дима-то сознался, говорит, секс был. Молодец. А Саша говорит, не было. Не знаю, Саша, мне Дима, кто стонал? Мне кажется, Саше надо перестать скрывать это все. Больной? Стонал я. Давай честно. Давай. Дима просто решил отшутиться, как обычно, но забыл, где он находится, как всегда. Нет, с Димой нас абсолютно ничего не связывает, кроме рабочих отношений по нашим соцсетям. Все. На этом каратенечко. Мне Кристина сейчас не даст соврать. Когда вы с Иосифом были на проекте, вы были самой громкой парой вот в этом плане. Это да. Это? Вот поэтому я согласен, наверное, с Лизой и Сашей. Это вы. Да у нас ничего не было, даже когда у нас там были какие-то... Поздравляем! Что, поздравляем! Поздравляй! Саш! Саш, а подожди, а чего ты боишься? Вы с Иосифом развелись! Какая разница? Развелись. Нет, а чего не признался, что с Димкой был интим? Да у меня не было с ним никогда ничего. Да, Дим, блин, оправдывайся теперь. Нет, Саш, ты должна рассказать людям, что... Хорошо, было. Андрей, ты нас сегодня тогда заселяешь. Либо ты сейчас говоришь, что спасибо. Что-то нет, либо ты сейчас реально говоришь тогда правду. Не, я вас заселяю. Да! Я, если честно, думал, что вы и так живете вместе, потому что сегодня, когда я приехал на работу, я увидел кадр, как он в трусах на кровати лежит, и что ты его там обхаживаешь? Нет. Эпиляцию, депиляцию, что ты там делал? Андрей, пошутил. Ну давай, Саш, начни. Ты уверен? Ну только не сильно, можешь так по чуть-чуть отрывать? Ты уверен? Да. Точно? Давай, раз. Два, три. Ты развелась, все, мы причем забыли тут это, Андрей, смотри, просто... Он тебе нравится? Нет, пожалуйста, услышьте меня. Услышьте меня, просто чем больше вот этих вот взаимодействий сейчас будет, тем менее вероятность того, что я встречу мужчину вот того самого. С Димой история закрыта. Даже поздно. Дим, история закрыта? Ну, Саша, если так сказала, то да, я слушаю свою царицу. Мы сегодня тоже всю ночь слушали царицу. Я с тобой стану общаться уже просто по-нормальному. Поэтому он боится с тобой отношений, что ты на него ругаешься. Да в смысле, вы что, прикалываетесь? Вопрос от нашего телезрителя, Александр. Да, как вопрос? А, кстати, Леша, а что ты молчишь? Так может, мы... светильник трется мы как-то. С Татьяной лежали и тоже думали, кто так вот шантает. Громко, Саш, да. А ты подозреваешь, что все-таки это не эти ребята, а вот эти? Да. А-а-а! Судуном было.
Все-таки мы зря. Мы только вот за стенкой живем, понимаете? Нет, честно, я вообще думаю, что, ну, ребятам скрывать не надо. Это хорошо, вот проявление чувства любви. Сашка долго ждет уже 2 недели, и сегодня, я думаю, что пар выпустили наконец-то, потому что музыка была громкой, светильник шатался. Я думаю, что ребятам светильник надо шатался. Признаться. Ты прыгал в нашей комнате. Вот смотрите. Ты на кого думаешь? Я все-таки думаю, что это Саша и Лиза. А, что это Саша и Лиза. Почему никто не может признаться? Я признаюсь, у нас ничего не было сегодня. Леша, Таня. Да не, не было. Что было, все было хорошо. Почему все говорят, что не было? А вот что не было. Загадочная история на Доме 2, уважаемые телезрители. Элин, продолжи, пожалуйста, расследование. Идем дальше, друзья. Вчера к нам пришли 2 молодых человека. Богдан Салангин вчера пришел на проект по приглашению Элины Набиуллиной. Да, просто это, ну, человек, значит, не мой, и все. Я для себя это решил, поставил точку, собираюсь двигаться дальше. Но симпатии у них не возникло, и он обратил внимание на другую девушку. С кем бы ты хотел дальше остаться на проекте и строить отношения? На данный момент мой фокус весь на Элину. На Элину? Да. Рахимову? Да. Элина Набиуллина обратила внимание на другого новичка, Александра Кудрявцева. Знаешь, ты как лучик света здесь появился. Да ладно. Серьезно. А теперь коллектив решит, кто из парней останется на проекте. Сейчас мы дадим каждому по минуте соло проявить себя, и чтобы вы смогли сделать выбор, кто с нами остается. Начнем с Александра. А что нужно говорить? Почему уже я проигрышная, уже проигрышная история. У тебя минута, давай, друг. Я не могу сказать, что оставляете меня, но если вы это чувствуете, то вы можете оставить меня, и я буду безумно этому рад. Если вы чувствуете, что Богдана, значит Богдана, потому что в первую очередь вы не сможете сами себе соврать внутри, что нужно сделать. Ой, вообще не по той дороге, пожалуйста. Не по той. Так, смотри, я вижу, вот смотрю на вас, да, и вижу, что вы в одинаковых шапках с Элиной, не просто так. Она мне подарила картину, я ей шапку подарил. Так, вот, наверное, об этом речь должна, а не то, что голосуйте по сердцу. Но мы сейчас общаемся не как парень с девушкой. То есть я не могу сказать, что мы. Я не могу сказать, что мы пара. То есть мы просто смотрим друг на друга, присматриваемся. Я, наверное, очень мощное послание в космос сделала. Тихо. Попросила именно человека, который будет поистине искренним, настоящим. И он не готов просто сейчас, да? Нам нужно время присмотреться друг на друга. Мне здесь тоже никто не нравится. Это как-то тебе никто здесь не нравится? У тебя Богдан, Безус. Я уже сказала, что эти люди мне не нравятся. Я не хочу с ними строить отношения. Я это поняла четко. Так. Поэтому. А Саша нравится? Он мне понравился, он как джентльмен, как настоящий мужчина поступает. Что есть в Саше, чего нет в этих двух Б? Он искренний, я говорю. Не искренний. А как ты это поняла за сутки? Он хочет присмотреться, и это действительно так. То есть человек не торопится. Да просто, может, ты ему не очень нравишься. Все может быть. Может быть так все-таки. Может быть. Но ты просишь его оставить, да? Да. Друзья, это Александр. Он говорит, будем присматриваться, торопиться не собираюсь. Второй парень, Богдан. Привет. Так, привет. Богдан, я знаю, что ты попросил на лобное место занести реквизит. Да, да, у меня есть сюрприз. А сейчас у нас происходит свидание. Я так понимаю, мы сейчас очутимся, да, в Казани. Да, я считаю, что я искренний, потому что я пришел и заявил, что я пришел сюда к Элине. К Элине. А какой Элине? Не уточнил, какой. Да. Какой, молодец. Но все-таки вопрос, ты определился с какой? Да, уже точно? Я определился. Мы сегодня разговаривали, вчера разговаривали о том, что нужно время, не хочется торопить события. Все впереди, мы общаемся, есть какая-то некая симпатия. Который, я надеюсь, далее превратится во что-то более. Вот. Ребят, пожалуйста, а можно на брудершафт вот съесть чак-чак? Да, я напоминаю, что после брудершафта... Извините, пожалуйста, какой прекрасный снег идет. Должен быть поцелуй. Так. Так. Я на диете. Ты на диете? А ну-ка. Но целоваться не запрещали.
Давайте, ну. И, а ну-ка, ням-ням. И. Опа, тройной. Тройной? Да. Так. Как Брежнев. Все, что ли? Сладкие ли щеки у Элины, Богдан? Очень. Элин. Да, Элин. Смотри, мы не нашли татарскую музыку, но нашли башкирскую. Мы знаем, что ты любишь танцевать. Богдан говорит, пусть она меня научит. Итак, те танцы, на которых выросла Элина. Поехали. Давай, я не знаю. Опа! Обошла. Вот так. О! 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 Держите Григорьева! Богдан, не стесняйся, она огонек, давай! Дай огня, Богдан! И в конце, ай-ай! Аплодисменты! Ребят, вы нас согрели этим танцем, правда, спасибо! Но! Я знаю, что на это все не заканчивается, и Богдан сочинил стихотворение для Элины. Случайно встретились с тобой, твой голос прозвучал постой. Я оглянулся и уловил твой взгляд, чему был очень рад. Я очень рад, что только лишь со мной та девочка, что у тебя внутри. Она стремится в мир. Останься тут, прошу, не уходи. Я очень искренен и с тобой честен, на все эти слова ведь не найдется даже песен. Благодарю тебя за то, что даешь шанс, я не предам тебя, уверен, ты все знаешь. Главное, чтоб он не ушел. Я-то не уйду! Богдан! Слушай, а вот объясни, почему ты сравнил двух Элин и выбрал Рахимову? Потому что я ищу здесь что-то более взрослое для меня уже, потому что я настроен на семью, на что-то серьезное. Элин, какой-то комментарий, потому что удивил. Подошел неординарно к этому вопросу, сделал свидание прямо на лобном, зачитал стихотворение. Что думаешь? Что я скажу? Я общаюсь с ним, правда, действительно, провели какое-то время. Не могу что прям сказать, что мы общались настолько плотно, что могу какие-то больше сейчас заявления сказать. Но я думаю, что вы сейчас тоже все увидели, проявление его. Это, я считаю, что стоит, нужно оценить их. Но скажу так, что ответственность на себя я брать не буду. Здесь говорить будет о том, что действительно я готова к отношениям с ним, но готова узнавать. Вот так. Поэтому, если поддержите, буду благодарна. Как думаешь, Игорь Григорьев тебя поддержит? Да. Плевать. А это мы узнаем прямо сейчас, дорогие друзья. Итак, кого мы оставляем? Богдана, который хочет быть с Элиной Рахимовой, или Сашу, который пока еще не определился. Начинаем голосовать с Элины. Элин, за кого твой голос? Богдан. Саша. Бодя. Богдан. Саша. Саша. Богдан. 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 Богдан! Богдан. Богдан. Три голоса за Александра. 9 за Богдана. Саш, надо было быть просто поактивней. Не, все говорить, круто. Хочу. Все ну, классно. Вот поэтому ребята проголосовали правильно. Потому что здесь хочу, мое, моя женщина, стихи. Ты не очень-то и хотел, это видно. И не очень-то расстроен. Ну что, мы идем провожать Александра. А в ночном эфире, друзья, Александра Черно и Дмитрий Мещеряков обязательно вас порадуют. Обязательно. Провожаю Сашу. Блин, Эль, опять за тебя получается. Черт возьми.
Саша уходит. Давайте его проводим. И мы счастливы! Я наконец-то определилась. Что? Нет, просто я наконец-то определилась, чем мне, кто мне здесь интересен. И все. Что-то не везет мне. Мне вот уже реально дедушку Саймона жалко. Мне тоже. Мы ему спать не даем здесь реально. Мне стыдно, честно. Я уже и пожужжать не могу нормально, ничего не сделать. Уже вот так вот просто, знаешь, потихонечку. Мы, чтоб ты понимал, Сэм, мы просто... Говори, надо! Мы в вип-дом бегали, прятались. Ну как, в смысле, мы смотрели, так, ага, ванна какая, комната, как... Ирин, ладно. Короче, мы, ну, понимаешь, что эти моменты, мы как бы искали и думали, где что как, там, пятый угол. Вот, поэтому я тебе что предлагаю сегодня, значит, смотри. У нас есть несколько вариантов. Так. Ну, сегодня, так как у нас первый день с тобой отношений, я хочу для тебя кое-что подготовить. Ну, мужское еще сегодня мы пожужжим. Вот, а завтра я предлагаю поднять вопрос на заселение, наверное, уже в вип-дом, в первую комнату. Я думал в третью, мне чисто не принципиально, я хочу подумать о нашей молодой паре, чтобы они в третью комнату заселились, подальше от Безуса. Нам-то что, какая разница, к другу поближе, как говорится. Да, я вот еще что думаю. Давай, заселимся в первую, но еще при этом сделаем мини-детскую. Мини-детскую где? В первую. Когда Богдашка будет к нам приезжать в гости? Богдашка? Ой, все, я уже прошу прощения. Я тебе, а где ты там хочешь сделать? Там есть угол, давай посмотрим первую комнату, к ребятам зайдем, посмотрим. И чтобы там были игрушки, чтобы Роберт приезжал и играл. Я только за. Ну вот. Я только за. Будем тебя это... Погнали, посмотрим первую комнату, что там у нас. Пойдем. Как там дела? Пристреляемся. Как мы сегодня всех подставили, да? Сидим такие чисто. Что, кто там ночью жужжал? Что там, что происходит? В двух домах. Чисто мы. Это мы тут. Да, неуловимы. Ну, хочу всех огорчить или обрадовать. Но теми самыми были мы и в первом, и во втором доме. А мы решили наше волшебство реализовать во всех домах по той причине, потому что у нас нет своей комнаты, и поэтому мы решили пройтись по всем домам. Мы определялись просто, в каком доме изоляция, звукоизоляция тише. Оказалось, ни в каком. Поэтому мы будем переселяться в вип-дом. Давай, сейчас я переоденусь, пойдем это самое. Надо сначала предупредить Лизу с Сашей. Вот, что да как, потому смотри, что... Смотри, видела, какая у меня фотка? Брать, да, нужно, это то, что мы заберем. Нужно брать с расчетом на то, что еще будем делать детскую. Блин, честно, так мужская нравится вообще. Да где там какую детскую? Ну поставим игрушки, какую там детскую можно сделать? Там и так комната такая. Слушай, зная то, что мы с тобой не того, то вдруг пригодится. Однозначно классная комната, очень большая гардеробная. К этой комнате код прилагается. Привет! Еще. Самый популярный код в интернете. Ты с нами идешь, подарок. Ты видел, да, как он сидит? Да, привет. Обалдеть. А у меня, кстати, собака есть. Собаку заберем? Верю? Нет. Почему? Зачем этот мини-пик дома? Тебе не нравится моя собака? Ну и что, что она храпит громче да тебя? Да она страшная, блин. Ты что, обалдел? Она страшная, жирная, хрюкает, блин. Ты обалдел? Старая. Ты я люблю животных, вот такие породы я терпеть не могу. Вот я тебе сейчас столбки вообще твоя собака. Мы еще успели заселиться уже, дети, собака, пятая, десятая, блин. Но? Ну, дай насладиться с тобой. Ну, так я же не говорю, что это на постоянной основе. Не, ну, собака это... Тебе не нравится моя собака? Вообще нет. Я ненавижу эти породы. А еще какая-то тумба хрюкающая такая. Ужас какой, ладно. Ребята думали выбирать между нашей комнатой и третьей, но, блин, без вариантов, потому что я уже для себя решила и приняла решение, что я остаюсь в своей комнате. Мы с Сашей будем жить в комнате, которую я выбрала. Вот. А ребята прекрасно обустроят, так как им нужно в третьей комнате заселиться. Я вообще верю в их пару на самом деле. Клава хозяйственная, любит наводить уют. Я уверена, что она там создаст свою атмосферу и Игоря еще больше этим самым расположит. А Игорь вообще не привыкать в третьей жизни. Он там и сынный был, и с кем еще крутил. Так что нормально, он уже не
первый раз заходит, не входит. Мы же с тобой договорились сегодня, что вы в третьем и в первом. Нет, короче. Мы решили, что в первом останемся. Просто мы сейчас поговорили. Там вещей, там просто диван еще перенести. Там еще и... Там вообще как бы... 5 метров тут переехать, вы что? Да нет, там вообще дофига больше моих вещей. И плюс я уже решила, что я хочу свою комнату. Я в ней уже давно живу, и мне хочется просто там немного потом ремонтик сделать. Третья здоровая, что? Ребят, смотрите, нам... Честно, ну без разницы, нам везде вообще по кайфу. И в мужской ходе, мы сейчас комнату выберем, нам как бы не принципиально. Ну, но мы-то за ваше счастье, понимаете? У вас Безус постоянно вот так вот за стеной. Да, и ладно, пусть слушает. Он скоро, знаешь, вас не будет, он, короче, дырку просверлит и будет стыдить. Он уже пробивал за стену. Давай так, извини, конечно, я интересуюсь, я как саму личную жизнь выстраиваю, там, любовью заниматься, когда у тебя за стенкой бывший. Честно, я просто не думаю об этом в таком контексте. Я живу в своей комнате, неважно, кто там за стенкой, не за стенкой, мне нравится мое пространство, мне главное, чтобы у меня был уют, чистота, порядок. Я всегда в вип-доме жила, поэтому... На самом деле, я даже, знаете, о чем подумал сейчас? Мы там все расселимся по комнатам, нам... Там это, знаешь, много людей будет, я думаю, может быть, там вообще какая-то уже движуха тоже начнется. Я раньше помню, когда вип-дом реально был таким, прям, знаешь. Да, да, поэтому соседствовать будем как раз такие комнаты, самое то, я думаю. Вот мы все, и там, получается, все комнаты и займутся. Я сейчас был в этом вопросе не особо принципиален, просто я люблю четкость, которую не мог дать Саша. Он мне сначала говорил о том, что мы там хотим переехать, делают там ремонт. По итогу они хотят остаться, потому что Лиза, не знаю, может, ближе к Безусу хочет быть. Как бы нам без разницы, я и в третьей комнате жил, там вообще по кайфу сделаем, может, потом какой-то ремонтик. Робушка будет, да, приезжать к Клаве. То есть, ну, все это учитывается. Возможно, действительно хорошо, что будем жить в третьей комнате, будет больше пространства. Вот. Да, ну, и круто, что все так, на самом деле. Все встает на свои места. Дима будет ближе к Саше, Лиза, Саша ближе к Безусу, а мы, как говорится, в третьей комнате, где много пространства и любви. Ну что, дорогие друзья, сегодня вторник, а значит, у нас выбор симпатий. Сегодня выйдет мальчик за девушкой. Я хочу, чтобы вы сделали это, ну, волшебно, чтобы было красиво, чтобы вы выражали свои эмоции, свою симпатию, свою любовь. И сюда я вызываю Клаву! Да! Игорь, покажи красиво. Да я уже тоже наготове. У меня... Мы... Красиво! Штаны еще слишком. А можно хватит? Да. Я не знаю, что ты хотел этим доказать. У меня, короче, по трудам была сюда. Так ты не скинуть меня хотел, как... И снова Клава накосячила. Я хотел снежинку тебе вот слепить, понимаешь? Я знаю, куда ты хочешь. Сюда грей, чтоб не таяло. Хорошо. Игорь, можешь описать, пожалуйста, вот свои чувства Клаве? Что ты испытываешь рядом с ним? Я испытываю прекрасное чувство непредсказуемости. Это меня заряжает каждый день. Мне интересно, мне весело. Этим она меня зацепила. Это сердечко твое, держи. Вот. Ты мне очень сильно нравишься. Спасибо. Ребят, это аплодисменты достойно. Так, идемте к парам. У нас новая пара. Надеемся, что это надолго. Они к мельнице идут. Не знаю. Ну, а сюда выходит Александра Черно. После развода ей особенно хочется любви, да, Саш? Конечно. Что сказать? Не выходит за мной, видишь? Нету. Что сегодня провел ночь с Черно. А я с ней только пользуюсь ей в этом плане. Дим, ну мы понимаем, что ты обиженный, да? Ну выходи, если у тебя есть симпатия. Ну в смысле? Мне нужно для волшебства и все. Ну заниматься волшебством по ночам, это нормально. Я пошутил. У тебя есть шанс реабилитироваться. Прости. Дим, ну прояви себя как настоящий мужчина, ну правда. Что, я хочу к тебе выйти, Крис. Да не надо ко мне, вот к Черно. Ты проводишь с ней ночами? Ну и что? И говори, что у вас бурное волшебство. Не забывай, правда. Блин, давай хорошо. Давай сделай вид, что это все не было. Давай, ты выйдешь. Красиво. Смотри, хочется как-то вот по-серьезки. Дим, выходи поближе, ну правда. Ну что ты, я хочу к тебе выйти, Крис. Дим, не надо. Давай, вставай на колени и говоришь в камеру о том, что было на самом деле. Саш, я прошу прощения у тебя искренне. Я пошутил, чтобы скрасить немножко эти дни, вечера нашим ребятам, чтобы было веселье. Прости меня, вот я закашлял даже. Все. Царица. Царица. Нет или что? Нет, к одиночке. Как-то грустненько, Дим. Не, нормуль. Мне кажется, ты заигрался. Пятница тебя ждет. Да. Вы идете к одиночкам. Зачем вы так с Димой? Хорошо, сюда выходит Елизавета. Елизавета Субботина.
Так. Ну, ой, я пойду. А ты думал, я что ли? Саша, это красиво. Я тебя люблю. Ты самая прекрасная девушка в этом мире. Я вижу с тобой будущее свое. Ты что, без пяти минут жена, без все. Без пяти минут жена, невеста. Лиз, Лиза, вот Саша сказал, что ты призналась ему в любви. Да. Как я понимаю, это было наедине. Влюбленности. Влюбленность или то, что ты его уже любишь? В начале чувств любви, да. Да? Что а это ты можешь я, вот при всех это... сказать о своих чувствах? Это же светлые чувства, красивые чувства. Да, мы будем только рады. Сложно так выражаю свои ну, давай, чувства. Попробуй. Я стесняюсь. Не стесняйся, это же что-то красивое. Да. Давай. Я тоже вижу с тобой рядом свое будущее. Я влюблена в тебя больше. И я рада, что у нас вообще все есть, что мы сейчас живем вместе, что рада видеть тебя по утрам каждый день. И я очень счастлива с тобой. И хочу делать тебя счастливым. И чтобы мы с тобой... Неплохо. Да, блин, ну а что ли? Поддерживаем аплодисментами. Я считаю, что это очень классно, когда есть такая прекрасная сладкая парочка. Так, а сюда выходит Татьяна. Леша, сейчас на контрасте, покажи. Да, мне нужна музыка, потому что я хочу описать языком любви. Какую музыку ты хочешь? Зубами по телу? Восточная. Почему один слон живой? Эй, эй, помощь! Тигрица, львица! И у меня потанцовка! Теперь прогиб. Прогиб. Прогиб не так. Поцелуй. Этим танцем я хотел показать, что я прохожу сквозь сложности львов, слонов, леопардов, чтобы... познать молчание этой женщины. Потому что в молчании таится истина. Классно. Красиво. Тань, ты хочешь что-то сказать? Какие чувства ты испытываешь к Лёше? Молчи, ничего не говори. Какие чувства я к нему испытываю? Да. Мне с ним комфортно, но в данный период я бы хотела с ним побольше пообщаться, чтобы стать поближе. Так. Потому что чересчур много молчания. И я хотела бы это нарушить. Обет молчания нарушить. Ради любви. Татьяна, нарушай молчание, идите к парам. Да! У нас уже три пары, ребят. Это классно, круто. Ты комфортный, как класс. А сейчас мы выясним, будет ли четвертая пара. Выходит Элина Рахимова. Да! Хотела Богдана. Богдан остался. Богдан выражает свою симпатию. Так. И? Я очень надеюсь, что эти стихи тебе очень понравились. Да, прекрасные стихи. Богдан, вот без слов, целуй и забирай свою малышку. Что значит целуй? Ну, в щечку. В щечку. Давай, страстно в щечку. Давай. Не, я парни! Как вчера было, окружи ее два раза. Паром, если честно. Не, к одиночку. По губам надаю. Богдан, короче, давай смелее. Давайте. Ну мы пока к одиночкам пойдем. Подожди, мужчина решает. Ирин, ты куда? Богдан. Ну, мы пока... Давай заявление от тебя. Что нам ждать от тебя в сторону Ирины? Знаешь, я не хочу, чтобы это было селом. Я хочу, чтобы это было обоюдно в первую очередь. Вот. Чтобы это не таким коллективным напором. Вот. Поэтому пока мы к одиночкам, мы друг другу потихоньку здесь будем сближаться, а там уже. Хорошо, Богдан, но не забывай, что Ирина любит настойчивых мужчин и смелых, самое главное. Вы идете к одиночкам. Ну что же, у нас есть три пары, а мы идем дальше строить любовь! Нет, 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 нет
Значит, ты, Крис. Кристина участница. Да. Я хотел бы сказать, что троих парней готов выйти к Кристине. Я готов выйти к Кристине. Давай, итак. Крис. Зовем Кристину. Зову в кино тебя, Крис. Так, Дмитрий решил выйти. За мои деньги? За твой счет, пожалуйста, давай сходим в кино. Ты вот я знаю, что ты богатенькая, что у тебя все в порядке, я готов я вот тебя в кино. Я все деньги потратила на песни, так что я без... Я займу черно. Я займу черно рубль, и мы пойдем с тобой в кино, Крис. Давай. Мы идем строить любовь! Наши уроки итальянского не прошли просто так. А ну что, подожди, а как он скажет, я тебя хочу? Сейчас, подожди. Давай, 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 давай! Сей Белла, Кристина. Тиволю, вспомнил! А теперь как спасибо за обед, за ужин! Да? Подожди, как будет тем спасибо более, за ужин? За обед, она же тебе готовила сегодня. Монтебуано. Это скучно, я уже сказал, что я хочу, а тут спасибо за обед. Спасибо за обед, Панто. Спасибо за обед. Обедом не натрахаешься. Тиволю? Тиволю? Нифига себе. Сей Монтебуано. Знаешь, почему я это сделал? Почему? Потому что я зол. На тебя. А знаешь почему? Почему? Вот встань. Посмотри на себя в зеркало. Ты видишь эту красотку? Да. А почему краски жизни и стиль, как у бабули? Ну что это, правда? Да, ты что? Вот как. Ты вот вроде красивая, спортивная волейболистка, а стиль. Ну да. Стиль, потому что я стесняюсь выражаться. Почему? Не знаю, есть у меня такое. Смотри на себя. Тебе нужно больше красок, больше яркости, больше светиться. Ведь внутри столько добра и позитива. Я решил, что завтра мы займемся твоим преображением. Поэтому ложись сегодня пораньше и готовься. Будем тебя наполнять красками жизни. Похож? Нет. Видишь, Осенька самый лучший, самый красивый. Вы на этого посмотрите. Раньше были тёлки у меня в отношениях. Настоящие леди, приходите к этому импозантному мужчине. Как бы нам эту историю-то прекратить? Дайте мне тёлок просто. Да, все просто. Ты сегодня заходишь на поляну в новом статусе. Твоей девушке? Да. Бабушка и прабабушка запрещают собственного ребенка куда-то брать. Игорь, как мне кажется, мог бы себя поставить так, чтобы твоя семья, наоборот, хотела, он чтобы... вчера звонил маме и просил, чтобы мама дала ребенка нам на завтра. Да я уже внутри себя где-то вот год назад прям очень твердо так почувствовал, что я капец как сам хочу ребенка. Да, конечно, я такая эффектная, рядом тут хожу, ну, понятно, он смотрит, думает, ё-моё, я теперь с серой мышкой, а? Ну, красота. Вот сила твоя в платье. Да? Да. Потому что у нее длинные красивые ноги. Да. Что творит? Ну ты прям роковая красотка. Как показывает практика, он всегда делает полный апгрейд своим женщинам, а вот потом они его кидают. А где твой телефон сейчас? Там. А можешь показать последнюю переписку с Лешей? Ты думал, что я с Лешей общаюсь? Это так тупо. Зачем он это делает? Я не знаю. Зачем он приписывает Лешу постоянно? Ну что за бред вообще?